Добрый день, уважаемые огородники! Уже совсем близко наша любимая посевная пора. И я сегодня себе в очередной раз прикупила пакетик земли. А сейчас хочу рассказать вам про мои новинки, которые в этом году я буду сажать первый раз, баклажаны. Они вот такие не совсем стандартные, то есть экзотические, скажем так, либо у них необычный цвет, белый, зелененький, да, либо они имеют огромные размеры. Вот такая зефирка у меня интересная. А сейчас хочу познакомить вас с баклажаном «Белый принц» от агрофирмы «Гавриш». Чем же он меня заманил? А потому что он скороспелый сорт. Также он идеален для любой кулинарной обработки. Вот такой вот сорт интересный. Беленькие плоды. И мякоть у него тоже такого же белого цвета. Баклажаны некоторые бывают с желтой мякотью, да, такой зеленоватой. А тут будет совершенно белая мякоть. Это средний, скороспелый сорт, да, как я уже сказала, 105-110 дней от сходов. Растение среднерослое, то есть не совсем высокое будет, но густо облиственное. Плоды цилиндрические, диаметром 2-3 сантиметра. Белого цвета. Масса плодов будет 210-250 грамм. То есть, ну, хороший вес будет иметь. А потому что у него мякоть плотная, беловатая и без горечи. Ну, я так понимаю, что если баклажан правильно выращивать, то есть, если он дозрел, он будет без горечи. Вот, потому что у меня, допустим, в прошлом году с одного кустика были и горькие баклажаны, и без горечи. И я вот думаю, что весь фокус именно в этом. Но тут агрофирма нам говорит, что белый принц баклажаны без горечи. Плоды идеальны для запекания, приготовления икры и овощного рагу. Посев на рассаду в конце февраля. Пикировка в фазе семидолей. Высадка в грунт в конце мая. Ну и также агрофирма нам при выращивании рекомендует убирать ненужные листья до первой развилки. Вот, и рекомендует уже в конце июля на растение оставить 5-6 самых крупных плодов до дозревания. Обратите внимание, если кому-то хочется такой экзотики, белые баклажаны «Белый принц» от агрофирмы «Гавриш».